И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте потестим теперь анимацию именно вот этого шкипера. Как все это дело будет работать. Так, переключимся в Object Mode, найдем Add, найдем, значит, Image, найдем Image Plan и закинем сюда вырезанное видео. Семерка на NumPad, делаем R, перекручиваем. Так. Вот в какую сторону лучше, чтобы он работал. Ну, давайте в эту. Так. И теперь, значит, английское S. Увеличиваем наш вот этот план. Переключаемся. Вот в такой вид. Оттаскиваем нашего вот этого персонажа в бок. Ну, опять же, чтобы его можно было видеть. Вот он. И экран такой тусклый, да? Давайте зайдем в настройки и спекуляр теперь уменьшим, чтобы было, ну, почетче. Вот теперь будет четче. Так, выбираем теперь кости и будем смотреть, значит, на покадровку. Таймлайн вытаскиваем. N-панель. Screencast Key включаем. N-панель и погнали. Посмотр. Но плоховато, что тут чуть не видно. Ну, будем так и пока ориентироваться. Так, значит, английская А. Семерка на NumPad. R. А, подождите. Опять же, сделаем, давайте, мертвую зону. Это значит, делаем английская А. И. Lock Rot. И G оттаскиваем где-то на пятый кадр. Так, минус пятый кадр. И здесь Shift D. Еще раз продублируем. На нулевой поставим. Ну, а вот теперь с первого можно работать. Если что-то косяка упорим, можно удалить и вернуться на исходник. Так. R. Перекручиваем в другую сторону. Видится на NumPad. Так, здесь он стоит боком. Семерка на NumPad чуть-чуть стоит боком. Лапы. Так, одна лапа у него, значит, впереди. Так, выбираем тазовую кость. Упор на ногу. Следом он согнут. Так, давайте его согнем. Значит, это у нас получается R и R. Так, теперь что у нас? Грудные кости можно чуть-чуть подправить, крутить, подрегулировать. Нормально. Так, следом. Еще больше у него, значит, голова опущена. И даже можно вот эту еще кость подкрутить. Теперь у него получается, где должны быть руки. Так. Руки, значит, у него джин. Так, это значит, где у нас этот лифт, арматура, камера. О, пока ее строим. Значит, теперь делаем R, G. Так, N. Можно чуть-чуть, наверное, еще перекрутить как-то. И вот эту лапу тоже. G. R. Так, а вот здесь с перекруткой такая штука прокатывать не будет. Только сгибы и в локтях. Или в кости уже крутить. Так, это понятно, да? Так.
Alt-G-Alt-R. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Почему? А, ну да. Так, и можно поднять ключицы, значит. И лапы еще вот так. Вот. А это так, типа, на упор. Так, прописываем английское А и вокруг. Следом, что у нас? Включаем лист. Так, свет не нужен, вот этот онлайн. Мотаем таймлайн колесиком и смотрим. Так. Ого. Вот это у него задержка. Чем ты себе? Смотрим так на шестнадцатом кадре наш персонаж, значит, перекручивается назад, R выпрямляется. Так, грудные кости опускаются. Так, это значит позвоночник у него выпрямляется, выпрямляется. Голова выпрямляется. Он перекручивается, значит, семерка на лампаде перекручивается тазовой костью. Делается наклон в бок. Вот тут чуть согнуть еще можно. Так, теперь поднимается вот эта лапа и перекручивается, значит, вот таким образом на пятки, да? А, и вокруг. Смотрим опять. Так. Так, наоборот, здесь, значит, еще лапа опущена. И тогда тело должно еще быть в развороте. О, как бы наклон держит вот так в бок. Ну и тут тоже так раз. Тогда эта рука, одна лапа должна как бы подняться. И вот эта лапа перекручивается, и значит G тоже приподнимается. Во. А, и локрот. Следом на каком кадре? На 17-м. Он поднимает, значит, лапу. R, она у него перекручивается больше. А, и локрот. Смотрим. Так, здесь она уже так, а как же еще сделать? Так. А, наверное, ее нужно еще чуть в бок отвести. Ну и шевеление надо вот это вот как-то сделать. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, куда он там собирается?
А, ну правильно. Здесь задирается лапа кверху, управляющая кость задирается кверху и создается движение, значит, тазом еще. Семерка на лампаде. Так, R, G. Чуть-чуть, значит, выравниваем персонажа потихоньку. А, и локрот. Смотрим, что получилось. Ну, то же самое. Потом, так, лапы, если он двигался, то и лапы еще должны двинуться. Так, это значит G. И вот эта лапа еще, но это уже вперед уходит, сюда. Он же будет перекручиваться. Так, и так. Пасть у него должна быть закрыта, пардоньте. Так. А, и локрот. Во, нормально вроде себя ведет. Следующий кадр, разворот у него уходит. Сразу 20-й будем делать. Выставляем лапу вот эту. Семерка на лампаде, значит, R. Перекручиваем. R ставим на пол. И у него выкручивается сюда, значит, весь таз и руки. Выбираем тазовую кость, руки. Семерка на нампаде, делаем R. Ах, я не так выбрал. Ctrl-Z. Тазовая внизу. Выбираем косточки рук, таза, семерка на нампаде. R. Перекручиваем его прямо вот так конкретно. Упор на ногу и разворот R, значит, тут в эту сторону выкрутка. Вот как-то так, да? Так, вот эту руку, значит, уводим G вперед, R. Так, а эта лапа у него. А эта лапа еще больше, значит, поднимается и перекручивается тоже как бы вперед вот так уходит к животу. И у нас должен на ракурсе быть вот, вот этот вот клюв и пол башка, да? Так, значит, еще тогда голову больше выкручиваем. Вот. И это, значит, прижимаем. Так. А эту чуть косточку выкручиваем. Так, и вот здесь мне не нравится слишком. А, во, правильно, R. Вот так наклон. А, и локрот. Следом у него выходит перестановка лапы на 23-м кадре. Значит, так, наклон у него тазовой кости идет, значит, вперед. Чуть-чуть передвигается на эту лапу. И значит, R, G. Эта лапа еще одна перекручивается.
Так, тело еще больше у него перекручивается вместе с лапами, да? Выбираем, значит, лапы. Выбираем какую-нибудь косточку позвоночника. Немножко на лампаде и еще больше, прямо так вот, R. И еще голову побольше там. Еще больше выкрутки, нифига. Так, теперь это поднимается. Так. Нос как бы выше, и голова еще больше выкручивается. Так, и грудинка. Так, вот здесь вот большой поворот, значит, доведем костями. Вот, надутость подадим. Так, а вот здесь многовато будет, значит, после лапа стала не там, она должна, так, Ctrl-Z, вот эта лапа, управляшка. Она должна спрятана быть вот за той лапой. Вот там. О, опустилась низко. А, и локаут. И вот уже. Перекрутка. Так, вот здесь еще три кадра, значит. Здесь он. Здесь он еще больше, значит, поворачивается. Только теперь тазовая кость вперед. Еще больше у него идет доворот. Он здесь должен развернуться. Ну, на одной точке крутится, на одной ноге. Так. Теперь что у него тут? Alt-G, Alt-R. Перекрутка. Так, G. Крыло вперед. Ну, в принципе, что, нормально. Так, а вот эта нога, значит, должна уже опять R, G передвинуться. Как бы незаметно. И подстроиться под тазовую кость. Так. И уровень пола ловим обязательно, да? G. Смотрим, как она стала. Ага. Перекрутилась. Не суть вопроса. И опуск. И чуть-чуть. Ага, вот сюда. Вот. Чтобы она торчала и чтобы видно было. Но не сильно. Как-то вот так. Так, и здесь вот еще можно обыграть, вот чуть выше его поднимать, чтобы длина ног была побольше. А, и локрот. Так, что у нас получается? Стоит, стоит, нога пошла.
идет перекрутка. Вот, нормально. И теперь дальше погнали по анимации. Значит, мотаем таймлайн. Здесь лапа уходит у него. А, и локрот, и что еще? Так, здесь большой походу доворот будет головы. Семерка на нампаде. Доворот чуть поменьше сделаем. А, и локрот, и здесь уже будет нормально. Так, где тут, ну это шепкеями можно будет потом, значит, догнать. Но тут у него голова в принципе сплющивается. А чтобы она сплюснулась, ну это можно, надо было косточку головы, а ну-ка. А я никак ее не сплюсну, да? Тут нет такой функции. Ну ничего, ладно, погнали дальше. Так, здесь еще, значит, какая штука. Вот эта лапа должна уйти в бок. И персонаж. Персонаж может уже даже докрутиться вот так вот. Так, значит, кости груди. Что у нас с ними происходит? Это у нас G, R, G. Создаем дыхание, движуху, А, И, локрот. Ага, тут еще нога, оказывается, семерка на нампаде перекручивается вперед в направлении вот сюда, в лицевую часть. А, и локрот. Тин-тин-тин. Вот такая штукенция. Так, смотрим дальше, что. Так, отводим его. Так, значит, вот этот позвоночники выбираем кости. Alt G, Alt R. Делаем выкрушку. Назад возвращаем. Так, теперь вот так вот перекручиваем. Голова остается, грудь выравнивается. Значит, вот здесь у него крыло G выпрямляется. R. Так, что с этим крылом? Так, это чуть идет сюда. G. Можно его, наверное, вперед чуть подать. Теперь у него открывается рот. Вытягиваются вот эти вот косточки. Так, одни пошли вверх. Это чуть-чуть с запозданием, да?
Можно даже их побольше как-то вытянуть. Так, оп. Так, и вот эту кость рот перекривила. Можно так перекривить для прикола. Так, и глаза. Где у нас кости глаз? Это значит управляшка глаза. Поднимаем, значит, взгляд вверх. И поднимаем наши веки. Так, это сильно, наверное, вот. А, и вокруг. Так, и что дальше у нас? Так, семерка на лампаде, голова выкручивается больше, поднимается. Так, это кость сестер, которая кость стоит под горлом. Наверное, надо ее увести, вот эту дальнюю. А, тут он еще полностью выкручивается, да, на каком-то позвонке. Тогда голову назад. И голова должна смотреть вперед чуть наклоном, и грудь. Тут уже выгибается позвоночник у него. И возможно чуть-чуть его приподнять. А, и лок рот. Ну, вот так вот происходит. Вот такая вот анимация, да? Так, только здесь теперь что у него с ртом? Так, на 40-м возвращаем назад вот эти глаза, ну, в смысле брови. Alt-G, Alt-R, и закрываем ему фейс лица, то бишь пасть. А, и лок рот. Так, а вот здесь, наверное, еще больше приподнято должно быть. О. Но это можно опять же щипкеями потом тут подтянуть, натянуть, не суть проблемы. Так, а вот здесь вот крыло вот это, оно должно как-то приподниматься тоже. Выравниваться там.
Вокруг. Так, здесь у него замедление. Выкручивает голову назад. Я думаю, что здесь должны уже позвоночники выровняться. Так, вот это все дело. Позвоночники убираем. Alt-G, Alt-R. Здесь он выравнивается как бы. Ну, выверт у него есть все-таки. Так, голова вот так. Грудные клетки, кости. G. Опускаем. И тут находим еще вот эту косточку шейную. Во. Делаем такой изгиб. И вот эту лапу. Семерка на нампаде, значит, еще больше R. Выкручиваем. Так, клешни назад. Эту клешню тоже подготавливаем к повороту. Чуть-чуть она уже здесь появилась, должна вылезти, наверное. Голова чуть-чуть, семерка на нампаде все-таки еще с доворотом. И чуть-чуть приоткрывается пасть. Ух ты, Ctrl Z. Не ту кость выбрал, вот эту. Так, и какой у него там поворот головы. А тут еще не столько голова, сколько еще должна довертеться грудь. Тогда лапы, да, вот выходят вперед. И упор уходит на вот эту ногу. Он сейчас будет разворачиваться. Так, вот это, по-моему, позвоночная тоже должна еще больше выкрутиться. Вот так. Вот. И значит, голова чуть-чуть уходит в бок, потому что напряг пошел на эту лапу переднюю. А, и локрот. Так, теперь здесь у него получается стопа приподнимается кверху, перекручивается больше. Чуть-чуть уводится. Так, по-моему, еще тазовая кость больше должна перекрутиться. Как-то так, наверное. Так, сейчас. И вот эта лапа. Ага. Клешня поднимается кверху, чтобы была видна. Он тут ей уже, походу, двигает. Так, а. И локрот. Так, смотрим. Вот здесь уже нормально. Так, на следующем. Ух ты, быстро он ее становит на 50. Сначала становится лапа. Ух ты, быстро. Р. Становится лапа.
Пропишем ее пока А и его крот. И так, тазовая стоит. И значит, тело доворачивается. Семерка на нампаде. Так, сначала убираем тело руки, ну, кость позвоночника. И значит, побольше это все дело довернем. Так, и чуть-чуть больше заворота. И тогда голова у него еще больше, наверное, прижимается. А, и окрут. Вот тело докручивается и лапа докручивается. Теперь лапа становится. И вот здесь самый интересный момент. Сразу возьмем 63 кадр, чтобы он потом прописал промежуточный. Вот, вот эту штуку. Значит так, мы выводим тазовую кость на переднюю лапу. Выбираем руки. Выбираем, где он тут еще, вот это. Семерка на нампаде. Прям докрутку делаем. Так, эту лапу поднимаем вверх. Вводим ее в бок. Делаем ей перекрутку, чтобы она вот как бы вот так перекрутилась. Потом тазовая кость у нас на лапу опускается прям пониже. Так, а вот эти все кости, значит, возвращаем Alt G, Alt R. Так, есть такое дело. Делаем завал теперь. Так. Так, завал делаем персонажа. Поднимаем, значит, лапу. Так, вот эти кости можно S. Так, вот с этим надо будет разобраться, с боком потом. Так, и значит, чего? Голова, семерка на нампаде R. Делаем перекрутку. Завал. Так, и вот эту лапу G. Вот сюда куда-то. Так, что у нас тут теперь? G. Горло убираем. Голова, наверное, еще вот как бы вот сюда западает. И позвоночник должен докрутку, наверное, какую-то дать. Так, теперь кисть руки перекручивается G. Уходит, значит, чуть в бок, наверное. А это чуть приподнимается. И уходит вперед отсюда. Ну да. Тогда вот эта управляющая кость ноги уходит чуть в сторону, так, чтобы, ну, типа, движуха ее создавалась. Так.
закрутка тазовой кости. Так, вот с этим боком потом нужно будет поработать. Допустим, G. Как-то его тут округлить. Во. А, и локру, да, ну-ка смотрим. Вот он пошла. Выкрушка. И сразу делаем 70-й кадр. Так. Опять выбираем только теперь тазовую кость, позвоночник убираем, выставляем кости груди на базовый, на начальный. И делаем Alt G, Alt R. Так, и теперь тазовую кость убираем. Даже можно теперь и лапы выбрать, кроме рук. Alt-G, Alt-R. Так, выровнялся, да? Нога вот эта, главное, чтобы на месте стояла. И мы вот под эту ногу подставим вот эту, подровняем. Тазовую кость упором вперед. Так, теперь делаем в верхней части, значит, семерка на лампаде перекрутку. А, вот это тоже надо. Так. Выдираем лапу G. Перекручиваем. Перекручиваем вперед, то есть не тут произошел. Значит, так, ее, значит, вверх. Оп. Опускаем, значит, что у нас тут еще есть? Опускаем чуть-чуть. Значит, лапу. И ключицу доводим. Вперед. Раз. Ага, вот эта лапа тогда получается вперед уходит. Тогда тазовую выбираем. Руки выбираем и вытягиваем еще вперед. Раз. Доводим голову. R. Так, а как же она тут? Он ее должен как-то на плечо, что ли, положить. Так, вот эти грудные. R. G. Опускаем. Горловую, значит. G. Так, не она. Так, где тут косточка горла? Вот это, да. Оп, вперед. Что тут у нас с ключицей? Ключица все нормально, только теперь нужно... Так. Так, так, так. G. Поднимаем.
Так, отключу пока вот этот штукент. И значит R выравниваем клешню. Выводим ее сюда вот так G. И перекрутку ей тоже убираем. Плохо, что вот так вот идет перекрутка. Так, да. И теперь выбираем центр кости. Оп. Вот для чего их сделали косточки эти. Чтобы вот такие вот довороты делать. А здесь тогда чуть еще больше. О, чтобы было видно эту подмышку, что ли. И так повыше. Смотрим, что тут у нас дальше-то. Так, а как же вот это вот? Это, наверное, надо полностью ключицу поднимать, да? Так, еще больше, наверное, сделаем выкрутки. Семерка на нампаде. Больше другой позвонок выкрутим. Так, тут еще тазовую можно довести. И тогда еще косточку головы сюда. Ну, тогда, в принципе, вот что-то этакое получается. Ну, здесь вот, значит, с боком. Так, тут еще нога должна быть перекручена. Вот так вот. А вот, можно еще так как бы, да, сделать перекрутку. Так, ну это можно уже будет шипкиями сделать, да? Здесь вот сильный вот этот доворот, значит. Ключица сильно довернулась. Ну так будет помягче, наверное. Так. И значит косточку шеи можно тоже чуть-чуть вот доворачивать. Так. И вниз, значит, головным. Так, рот у него, по-моему, должен быть закрытый. А, и ок, рот. Так, смотрим, что получилось без вот этой штуки, да? На начало откидываем и смотрим. Ага. Вот здесь вот теряется направление кручения. Вот. Сэкономить время сэкономилось, но потерялся круг вращения. Вот он раз и уходит назад. А нам нужно
Вперед. Тогда мы делаем какой финт? Английская А, 61-й шрифт Д на 66-й. Даже нет, давайте на 64-й. Так, конечно, можно было так его как-нибудь докрутить, да? Показать ему направление. Ладно, давайте удалим. И 64-й, значит, какая фишка. Выбираем тазовую кость, семерка на нампаде. И, значит, покажем, куда нашему персонажу крутиться. Так, семерка на нампаде, делаем R. Тогда лапа тоже должна крутиться, R. Упор вперед. И возвращаем вот эти косточки позвоночника, значит, на место. Alt G, Alt F. Так. Английская А. Семерка на нампаде. Раскручу-ка его всего вот так. Так, всего-то раскручиваем, но вот эта лапа далеко. Далеко уходит, так, да? И поднимаем немножко персонажа вверх при перекрутке. Ну, а низ вот здесь вот две лапы, потом можно будет, так, это значит G, ну, где-то вот так, наверное, сделать. И чуть-чуть завернуть. G. Лапа вверху. Наклон, значит, вперед на лапу, вот эту, на которой он стоит. Немножко доверчиваем. Опять вот нужно поправлять положение вот этой лапы. Так, а эта лапа уходит. Ctrl-Z. Эта лапа уходит назад. И здесь еще, походу, должна грудь зафиксирована быть. Вот. Теперь голова опускается. Вбок ее и завал в голове. Вот. А, и локрот. Так, вот эту всю шнягу нужно передвинуть теперь вот с лапами полностью вот эту вот штуку на упор вперед вот сюда. Вот. А, и локрот.
Так, и вот здесь вот, когда он крутится, вот здесь уже меняется у него анимация, да? Вот, вот эта вот снега в эту сторону уже не нужна. Добавим 64, значит, английская ан. Shift D, у него тут задержка вот там стоит на двух кадрах почти. Ага. И значит вот это все дело. Значит, чуть-чуть просто вперед загнем. Так, вот здесь прописка прошла, но вот 67-й кадр, видите, опять залом идет. Значит, 70-й. Shift D. Сюда куда-нибудь поставим. И поднимем, что у него там. Ага, здесь у него поднято, значит, лапа. И чуть-чуть отведем назад, вот так. Обыграем это дело. Так, G. А, и вокруг. Так, а на 70-м чуть тогда его вывернем. Выберем, значит, косточки. Семерка на нампаде R, делаем перекрутку. И здесь он лапу ставит и типа раз, довертыш у него идет. Во. Вот теперь будет бомба. А, и локрот. Оп. Так, ну не задействована вот эта лапа. Здесь гуд. Давайте попробуем что-то и такое. Чуть-чуть пусть дернется хоть. О. А, и локрот. Так, ну здесь надо будет уже дорабатывать, дотягивать где-то. Так, чуть-чуть можно тазовую кость довертеть. И, значит, упор чуть-чуть выровнять. А, и локрот. Так.
Так, поднимем глаза. И поднимем веки. Так, и нижние веки чуть-чуть приподнимем. Открываем, значит, пасть. И за счет пасти тогда нужно поднять голову. Вот так. Так, N-панель. По каким осям можно, значит, прикрыть вот эту косточку. Посмотрите, сейчас на... Что-то простыл либо. Ну, так, А, И, вокруг. Смотрим. 75 кадров поставлю. Ну вот, здесь шлифовка, доработка, чтобы вот этого дергания не было. Вот, где он тут дергается. Вот этот кадр попробую теперь удалить, английское А. И вот здесь вот delete. А. Ctrl-Z. Нужно этот кадр теперь, вот этот, видите, дергание идет. Пошел перекрут. Давайте вот это тогда Shift-D, копируем его, чтобы он здесь задержка была. И тогда изменяется все дело. О, о, нормально. Ну еще тут кадры добавить, мягкости, плавности. И будет зашибись анимация. Вот они теперь вылазят тут косяки. Раз, вот видите, перекручивался персонаж и получается, так, тут не видно, вот эту часть, думаю, больше, наверное, надо докрутить. Так. И тогда вот это тоже докручиваем и перекручиваем, значит, так, вот эту G. И тогда вот эту в бок как-то на. О. Вот так, чтобы угол создавался. Ну, как-то так-то. Тут вот еще косточки вот этого хвоста не задействованы, их можно тоже чуть-чуть двигать. Вот получается здесь движение, а потом идет разгибание, и вот эту клешню надо чуть или выше, или вперед, потому что она тоже должна задействована быть. Alt-P. Что так? Ctrl-P. Да иди твое. И! О, заработался, надо бросать.
Вокруг. И тогда еще доворот сделаем. Давайте вот этой вот косточкой. Вот теперь как-то больше движения тела. Ну вот уже что-то этакое есть. Так, вот здесь вот на этом кадре, наверное, лучше все это дело как бы завалить вот на эту ногу, потому что у него получается, что он не на той ноге заворот делает. Да, вот раз. Пошел перетоп, перекрут. Вот так. Еще можно добавить каких-нибудь растяжений, дополнений. И будет классно. Так, а вот здесь надо голову чуть-чуть побольше поднять надо. Так как бы выровнять. Вот. Так, на этом пока остановлюсь. И, значит, вот еще что я хотел сказать. Глаза. Глаза надо не забывать двигать. Все, всем пока, до свидания. Вот такой процесс. Потом в каком-нибудь ролике надо будет рассмотреть именно вот эти все косяки по передвижению, что происходит, как это можно обойти, обыграть. Или больше докрутки делать, добавлять еще какие-то кости, вот чтобы вот эта часть больше выкручивалась. Потому что с ногой, вот угол тут хороший, а жопа не выворачивает. А если я сейчас начну вот эту жопу вот так вот вытягивать, то тогда надо отсоединять какие-то кости позвоночника, потому что вот не дает он двинуть вот эту задницу. Живой нужно позвоночник надо сделать. Ну или просто вот эту штуку завести какими-нибудь шипкеями там. Ну, в принципе, он так и должен быть. Вот так вот может. Вот. Вот этими косточками внутренними поработать. Ну, как вариант. Все, всем пока.